Эту девушку с пешеходного перехода на Аванесова, спасшего ребенка, в социальных сетях уже прозвали «Чудо-женщина». За ее фантастическую реакцию в считанные секунды она остановила мчавшегося прямиком под колеса маршрутки мальчика. И она сама не поняла, как смогла так быстро сориентироваться. На той стороне бежал мальчик. То есть я видела, что он оттуда бежал, он был полностью в черной одежде, как бы его вообще не было видно. И как-то я увидела, что 77-й скорость набирает, и в самый последний момент я его схватила. Даже не знаю сама, как так получилось. Я просто резко вытащила руку из кармана и схватила его, как получилось. 8 декабря около 8 утра. Я нашла на учебу. Девушка учится в Барнаульском кооперативном техникуме на повара-кондитера. По счастливой случайности она оказалась на пешеходном переходе именно в это время. Я обычно выхожу на 20 минут раньше, и так получилось, что я проспала, потом задержалась, и в итоге получилось так, что я вышла намного позже, то есть своего времени. Максимально странно, потому что я всегда выхожу раньше, а тут вот так вот все получилось. Ну, наверное, судьба такая, значит. Город должен знать своих героев в лицо, если бы не городской паблик, горожане бы и не узнали имя спасительницы. После размещения ролика нам написала подруга героини и рассказала о ней. Мы списались с Яной, и она рассказала о том, как все произошло и что она чувствовала. Мы считаем, что Яна достойна награды за спасение мальчика. Пусть это даже будет региональная почетная грамота от краевой госавтоинспекции. На такие поступки, к сожалению, способны единицы. Большинство предпочитает оставаться в стороне. Проезжая часть на Аванесова – крайне опасная дорога. Автомобили, общественный транспорт поднимаются в гору, и не всегда водители могут среагировать на пробегающих проезжую часть людей. А тем более на малышей их просто не видно. Поэтому родителям стоит еще раз напомнить детям правила ПДД. Ведь в другой раз проспавшее занятие чудо-девушки поблизости может и не быть. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.